честь 81-й годовщины со дня освобождения Калинина подарок представителям старшего поколения сделали творческие коллективы Тверского лицея. В ДК «Пролетарка» прошел большой праздничный концерт. Песни военных лет, стихи о подвигах героев. В зале представители разных поколений, не только школьники, но и люди преклонного возраста, чьи судьбы затронула Великая Отечественная война. Этот концерт – лишь часть большой работы празднования Дня освобождения Калинина. Номера готовили школьники, все ученики Тверского лицея. Здесь только дети лицея, никаких профессиональных коллективов. Мы готовились, мы репетировали. Вы видите, детки от 1 до 11 класса выступают. И каждый хотел принять участие. Лицеисты не в первый раз готовят творческие подарки представителям старшего поколения. В их копилке концерты ко Дню Победы, Дням воинской славы России. Это наши предки, это герои, и они совершили подвиг. Они защищали нашу страну. И наша миссия и наша цель – не забывать это. И самое главное, пока у нас эта память хранится в душе, мы не допускаем возможности повторить то же самое и стараемся подражать им. Почетными гостями праздника стали представители Совета ветеранов Пролетарского района, актив Тверского регионального отделения и ветеранов войн и военной службы ВТА «Труженики неба».